Чем он подойдет? Зачем он подойдет? А ты меня нормально слышишь? Нормально слышу. Это хорошо. Как-то, ну я не знаю, потому что здесь я тебя до этого не слышал. У тебя даже голос другой. Уже здесь микрофон слышу. Другой. Ну, кстати, он что-то походу более реальный, чем наш. Ну, с виду у него наушники так себе прям, совсем так себе, какие-то Defender. Да, какие-то Defender, но почему-то... А, кстати, может, наверное, надо с наших наушников маховушку содрать? Еще раз? Я говорю, может, с наших наушников нужно маховушку содрать, чтобы лучше слышно было? Да, я не знаю. Короче, нам он идет играть. Играйте. Так, а меня слышно норм? О, ты тут. Нет, блядь, тебе кажется. Я вчера в ночь работал возле вашей колонации. Да я так и понял, что воды не было. Сегодня напарника в ночь дернули, а завтра, послезавтра я там буду. Чё ты тут забыл? Ну там... Ты меня нормально, кстати, слышишь? Ну тиховато. А если вот так? Ну так хорошо. Вообще хорошо. Ну да. А лучше, чем раньше. Или ты меня на колонках слышишь? Как всегда. Ну, как обычно. Не может быть, как обычно. Все должно быть хорошо. Дай микрофон поменял. Да, я понял. Ты ж при мне их переметировал тогда еще. Так, когда мы с Аликом говорили, что ты как в туалете или где-то сидишь. То есть сейчас как в туалете или все-таки нормально? Нормально, ну такое, слегонца легкое эхо есть все равно. А эхо чего? Ну не знаю, как здесь замкнутое пространство или что-то такое. А если я сейчас нажму чудо кнопку, вот такую вот. Там просто много чего можем понажимать. Нет. Ты нажал уже кнопку? Да. А чё? Нет, изначально лучше было. Ну, значит, немножечко порежем. Вот так теперь будет. Ну, я тебя в этом жду. На лабе? На лабе, конечно. Я готов. Да я вижу. О, 12 туры. Нихера себе. А я это ружье собрал. На лаве? На лаве, конечно. Осталось теперь еще. Он дал Ксюху собрать. Кому? Ну этому механику. Оружейник какой-то, что ли? Ну, типа, это, конструктор или что-то, задание его. Я не помню уже. Да. МПшку 133-ю ему сдал, а теперь... Как и суху ему собирать. Почему у меня жена вредина? Чего-чего? Жена вредина. Жена вредина, а чё она тебя вредина? Попёрлась зачем-то в золотую Вавилон. Еще и на меня наворчала, что я ничего не хочу покупать и туда ехать. Плоховато слышно, тихо. Как меня может быть плохо слышно? Сейчас ты чё, прям к микрофону подлез? Да. Ну, у меня теперь как бы стоячий микрофон. А, стойка? Если бы стойка, обычный, блядь. Да, сейчас. Да стойки кронштейн нужен. Сейчас нормально или хреново слышно? Юрий! Урий! Ау. Ты хоть отзовись, когда я спрашиваю.
Чего? Сейчас да плохо. Слышно, вон даже Марина рядом сидит, да где плоховато едет. Ну ладно. Ну как получше. Ну да, почти на все. Ты выгрузился? Ожидание игроков 2 минуты. Ну, у меня загрузка лута идет. Ну. Ну я первый раз как бы на карту захожу. Как бы, в основном в инвентаре лайк. Да я что же так вызвал? Генерация пошла. Ну, а у меня высадка. Высадка. Непривычно, конечно, с без микрофона, который висит у тебя на наушнике. Все время хочется его поправить. Да. Ну да. Надо бы потом водку запилить и прощать. Чейка без. Уик. Пошли. Сейчас я Алику пинка дам под зад. Зачем? Нас убил букьяк какой-то. Слышь, ну он... Блять, ему 100 урона нанес. Ты ему хоть что-нибудь попал? Я говорю, ты по нему хоть что-нибудь попал? Сейчас, да, но так. Нет, он у меня в голову зарядился. Ну, два выстрела я сделал, но... А я 100 урона ему отбил. Ну, ты ж на него напоролся с Трастом, а я же сдалека. А ты... Не видел его, что ли? Я увидел тогда, когда вы зацепились с ним. Ну и зацепились, а я ж упал, отползал. Ну ты упал, и он кинул гранату, я вот так понял. Ну, граната улетела на вход, куда мы зашли. Я в лобби. Так. Режимы стрельбы Б, да, переключать? Да. А ты что взял? АПС. Он у тебя был или ты его купил? Я вынес прошлым рейдом АПС и Макаров слушать там. Понятно. А сейчас вынес эту славу аптечку. Салево. А, ну, с салевом, да. Славу вынес. Юрка. Так, подожди.
готов. Угу. Ты успел? С работы звонили. Ты со мной грузишься? А ты включил загрузку? Я отряд принял, но что-то не прогрузилось. Понятно. Отряд... Вот, появилось. Во, а теперь отряд пошел. Сейчас минут через 15 малой подтянется. Че, уехал что ли? Ну да, я же ходил его провожал. Ну, я думаю, да, АПС-ку лучше на одиночку поставить. Ну, Алекс с нее стрелял, короче, без приклада, который типа удлиняющего. Все плохо. Короче, ее вверх, да, задирает. Будем одиночку, в общем, 60 патронов. Чего? Ну, по 20 патронов у меня с собой. А. Рима. Синхронизация с другими игроками. Это я тебя теперь жду, ожидания игроков. У меня тоже ожидания. Да? Мы с какого-то пидораса погружаются. Да не. Высадка, да. Салива еще одна уже. Посмотрел. Брал его. Угу. О, у меня АПС, забери с магазинами.
трех штучек тысячник. Always here. А с чем этот хуй был? Сань. Шури. Забрал АПС. Саш.
Юр, ты тут? Ой, да. Привет. Привет. Тут есть чудо-кнопочка, если что. А что это? Чё? Ничего не было, так что тебя не слышно было. Не знаю, я... И тебе алло, алло, в ответ не алло. Так я же сказал, сейчас подойду. Просто ворчащая жена приехала. Привезла вещи, а мне подошла... Индикация идет. Как она шла? Я ж микрофон вырубил. Не, я нажимаю, индикация шла. Меня. Короче говоря, я одного ж завалил. Ага, вот это на лестнице, чтобы меня вальнул. Да, а второй на префайре заходит и нахерачивает мне. Я ему с остатка ПП, что это, короче, напихал, что я у того. Я у того разгрузку, короче, не обслужил, грубо говоря, не исследовал. И у меня получилось, что у меня обоймы не было. Короче, я его еще с пистолета там нагасил ему. Короче, он там должен помереть, блядь. Чуть-чуть нас пооблазить и умереть. Так что вот такие вот дела. Понял. Ну что, я тебя в лобби жду. Заходишь? Готов. Ага, увидел. Че, будем себя тише вести или будем так же топать? Да не, потише. Спокойненько, не спеша. Желательно, конечно, наше коронное место прорвать. Ну, как видишь, мы тут до серверной добежать не можем. Это нормально, ну, да. Это разминочка. Ну да. У тебя денег, кстати, нормально? Ну, пока лям 300 есть. Не нормально так, чё? Чё? Нормально так, чё говорю? Ну, было лям 600, но я тут... А, ну и тем более на квесты. На квесты это уже. Да, я в основном квесты поскупал, броники вот эти белые. Нет, 5 карабинов. Короче, ты ничего не искал, ты все скупил. Я тебе понял. Да. Да, ну одному как-то лазит, да по той же таможне, но это так пушечное мясо. Тем более вчера. Вчера я работал, позавчера вы не заходили вечером. Позавчера. Ну, маму, когда после больницы отвозили, будешь потом не заходить. Это было позавчера, не вчера. Ну и позавчера вы не заходили. А, позавчера Алик, насколько это было. А, ну да, позавчера. Завчера Алик на сутках был, да, вчера... А вчера, да, вы не заходили, и я ж в ночь работал. Ну, мы не заходили... Ну, я знаю, Алик говорил, там, с каналами занимались. О, Серега. Вот ты какая. А чё, других не было? О, забирай вебер. Чё? Да, забирай вебер. Чё ты не вебер делал? Патронов. Тысяча рублей нужна. Чего? Жесткий диск. А. Я скажу, ты что стоит? Нет.
Пойдем до этой, побежим. Да. Такси называется, в курсе. Слышал что-нибудь такое? Нет. Я ящик шмал. В столе патронов нет, наверное. Нет уже. Ой-ой-ой. Где-то выстрелы были, близко очень. Посмотрите, всегда есть риск, что вас убьют. Какие-нибудь ЧВК со стороны стены. Потому что эти говнюки знают, что можно залазить в этот, на контейнеры. Ты точно на контейнер, ваши головы и так видно оттуда. Не хочу. Че, у меня нормально? Нормально. Блять. Забыл звук переключить. Ты микрофон себе купил? Да? Да. Крутой тип. Профессиональный? Да. Я все облазил, блядь. Сейчас пересведу в игру. Я, короче, понял, в чем проблема была ретрансляции, Саня. Нужно было поставить галочку о том, что когда я в любом, скажем так, положении нахожусь, а то он делал ретрансляцию только тогда, когда я был онлайн. Кажется, так работало это до этого. То есть ты должен был онлайн, чтобы меня ретранслировать? Да. О, как. Ну, сейчас, допустим, у тебя ничего не идет. Да здрасте, я вижу, что у меня идет ретрансляция. Твоей трансляции плей надо было напрягать. Ну да, наверное. Ну еще права. Проверено. Так, да. Там же по квесту надо перетрансляция. Тут ты возьму хотел себе. У меня осталось 950 тысяч. А что ты делал? Ничего такого. Ничего запрещенного. Да? Не, без шуток, я же не много раз слил. Я ничего не смог вынести. Просто расстрельный за какой дверь. Не сюда подбьет. Про лаги. Это опять какие-то непонятные. Да, да, да. Ты воду пить будешь или что ты сидишь? Зачем? Да это не тебе, коту. Вас еще не положили, да? Нет. Пока нет, вы хотели сказать, да? Что, пойдем или что? В любом сидеть. Да давай, сейчас я открою дверь, стрельну и закрою. Они сюда попадут. Просто стрельни тупо. В воздух. И закрою.
думаю, что это нам поможет. Не знаю, мне помогало. Умереть? Нет, они на нас начинаются. Да, двигаться. Я чувствую, что не сети. Слышал? Нам надо направо бежать. Да пошли. Не. Что такое? Идут? Типа да. Именно слышал металлическое топание, то есть именно под нами, блядь, никого. Ну дай ворота закрою. Я больше не нажимаю. Так я понял. Да он ядло. Ой-ой-ой. Бежал и остановился. А ну давай. Ну и что за дела, блин? Все-таки это южно-право в дверях, наверное. Че, вон тут сидит? Ну да, пока посидим. Ну. Побежал. Ну да. Уже выходи, как бы втроем уже пнуть. Как вариант, кстати. Убили? Да. Прости. Меня убил Алёшка. Софья.
Софья, Алёшка. Олег, ты что, решил? Гардемарин пересмотрелся? Ну, не знаю, вспомнил что-то. Ну, это как смешно. Как эту дичь, блин, знаете, а? Софья, Алёшка. Так, ну я на лабе. Софья, Алёшка. Д'Артаньян. Так, ну я готов, в принципе. К чему ты готов? Ну, воевать. Пиздюля. К труду и обороне. Более унижению в Таркове. Так, все, рюкзака у меня, правда, нет. Да ни у кого нет. Так, лаба. О, 33. Я выполнил танки. Да, я видел. Ты, ну, ты видел. Да. Диван-аналитик. Ну да, тебе деревянный аналитик, ядянятель. Что такое? Ты сразу по нескольким признакам выдал себя. Ну, во-первых, собственно, это основное было. Для начала, я думаю, для того, чтобы кто-то задонатил, он должен тебя смотреть. А ты зашел и почти сразу сделал это. Ну, во-вторых... Это Юра. И во-вторых, щеми кустарных, слово щеми. Только от тебя я это слово слышу. Щеми отсюда. Кусик, да, так что ты, детка. Понятно. Знаешь, будет вкусно пукнул твой. Ну, вкусно пукнул было смешно. Ну. Урий. Чего? Смешно, да, Олег. Тебе Джон Алек полтинник задонатил. Ху-ху-ху! Когда будет вот так вот? Что у тебя 1982 ювера? Да. Да. Что за Джон тебе донатит? С каждым разом все больше. Тебе уже месячную зарплату выдал. 76 баксов это у нас... На 7. Пятак. 5500 где-то. А до этого 68 запошлял. Ну, а до этого еще там... Короче... На оперативку на... не должно хватить. На эффекты заработал уже. Я поверху. А как ты поверху? Через кухню. А я через левую часть. Угу. Если что, на себя. Тут все закрыто. Смотри, может здесь, у дверей. Лазером свечу. Прошел там? Все, погнали туда и будем там отстреливаться. Где, в будке? Ну да, чё, сразу туда пойдем. Ты теплак нашел? Нет. А ты нашел его? Я его нашел. Опа, кто-то за нами бежит. Ой, блядь! Минус, да это я, блядь! У меня аптечка есть, если чё. Добей меня, лучше. Да, вылечи мой труп, блядь! Саша помер тоже. Юра, это ты по мне попал. Мокрый.
все, теперь со мной не разговаривает. Юр, ты еще живой? Да. Ладно, сейчас подойду.
Че, Юр, получает? Да. Вышел. Вышел, да? Получилось что-нибудь вынести? Ну, твое оружие. Ну. Потом ЦГА 12, ППшка 19, это твоя, АК 104. Что, Юра вернулся, не? Готов. А чё соблез Алекс со мной не разговаривает? Да иди ты нафиг, блядь. Ну не все ж тебе его, Алик, валить. Он тебя потихоньку мстит. Ой, давай ты не думаешь, будем. Что? Слышь, подстрекатель, а? Ты думаешь, что, Алик? Ты, он тебя убил и сам отхилиться не успел. Теперь меня виноватым делают. Крутотенечка. Теперь видишь, он не разговаривает с ним. Там в комнате двоих вальнул. Так, по-быстренькому. И тишина. Ты чё? Ну смотрю, только мы с тобой загораемся, а Алик молчит. То он обиделся, говорю же. Все с нами не разговариваю. Алик, а эта ППшка вообще дорогая у тебя была? Все, я успел. На высадку как раз. Потому что у меня меньше всего денег, блядь, среди вас. У меня, блядь, 700 тысяч осталось. Не, да потому что я каждый раз что-то собираю, покупаю, блядь. Вы идете с пистолетами, мы нахуй все умираем. И я теряю деньги. Потому что я не хочу просто постоянно с пистолетом ходить.
Я наверху. Тут холодильник открыт. Убрал одного. Я в дверях возле холодильника. Да я. Там, по-моему, типуля один был, не знаю сейчас. Да, один, один. У него, возьмите у него АК-74М. Она пустая. Но все равно что-то. Блять. Сука, откуда? Кого убили? Я не убил никого. Заходим вовнутрь. Лечись, сиди. Где Саня? Иди сюда, Ваня, смотри, МП-5 есть вторая. Я две с него взял. Подбери, я не знаю, сколько у него патронов, правда. Полный. Охуенно. Где кожа, кстати? Они, походу, там справа, на лестнице. Кто-то бежит. Заняли позицию. Быстро, быстро, быстро. Ой, Юра в щеке. Юре в щеку попали. Все чисто, очередь и тихо. Может... Очередь. Да, я выйду. Давай я флешку туда кину. Давай. Сука. Это кто ты после этого? А, ты ж мамонтюра, ты это все помнишь. Идут. Не-не-не. Ой, блядь, чувака, чувака, чувака сбоку. Минус один, блядь. Блядь, блядь. Я двоих убрал, один там в ящиках. Блядь, нас боты начали окружать. Блять, рука минус, ебаный в рот. Да, я двоих убил. Юра, прикрой, сейчас я отхилю руку. 30-го, две головы. А ты зашел? А, ты я, убил. Это я. Да, да. А, Саша убил? Да. Да, Саша мертвый. Я там боты подошли. Я внизу мертв, короче, там, ну... Тип не должен дожить. Он, в принципе, получил с МП-5. Убил я его, все. Упал. Угу. Так, Юра. Блять, кровотечение, что? А, нет, ушло. Готов, Юра? Что-то слишком медленно идет кто-то. Это бот, скорее всего. Ага, все, я убил его. Еще один, жди сейчас еще. Ага, закрываю дверь. Молодцы. Так, бери того. Блять, с одной стороны это и броня же. Ладно, не буду выкидывать. Так, кто-то там шелушит, блять. Да это, наверное, остатки моей МП-5 хотят забрать. А, ну слышишь, если Юра обкрадывает, то, наверное, и шелушит.
Нет, кто-то идет. Идет. Готовься. Ты прицел забыл. А, подожди, так ебать, кто-то там... Обворовывает его, блядь. Тварь, ты охуел совсем, что ли? Уже нюх потеряли, блядь. По тебе попали, Алек. Я знаю, что по мне попали. Это глюк какой-то был. Ты прицел сейчас сними, да? Че, пойдем туда вниз спустимся, обшмонаем тех. А, там да. Ничего не было, слышь, они голые были. Твою пять из... Два точно голых, которые в бошке получили. Один вот по диагонали мертвый. Опа, Юра. Ой, блядь. Ох, рядом. Стой, не высовывайся он. Вот ты, блядь. Ого, сунул мне. Не-не-не, внизу, на первом. Сейчас, подожди, у меня насувал ничего так. Я назад отойду. Хилюсь. Ой, блядь. Сука. Они, короче, не внизу, везде на первом. Сейчас я попытаюсь как-нибудь. Блядь, какие-то дикие. Не выходи там никуда. Я гранаты кидаю. Ты там в будке же? Да. Да, это я сейчас закидываю, подожди. Блять, опять кровотечение. Пидоры, блять. И не говори. Да ты гранаты. Да, я гранаты кидаю. Малик, все, блядь. На лестнице какой. Звук где? Можешь выйти ко мне, получается, налево завернуть. Здесь я буду. Да, это я. Пошли, давай сюда. Да я обношу их. Я, по-моему, убил там их. Кажется, взорвал, да. Да, взорвал. Ебать. Пидоры ебаные. Еще одного убил. Ты понял, где я? У двери, Юр. Броня есть, а опять бэшашная. Не куда пихать, я полностью, даже без рюкзаком. Вообще полный? Да. Ладно. А, без рюкзака? Ну, я думаю, сейчас рюкзак найдем. А, с рюкзаком даже полный? Ну ладно, сейчас я этот дошманаю там хоть посмотрю. Последний остался, и к тебе. Ну иди на выход, я выйду за тобой сейчас. Ух ты, блять, какой у тебя шлем, дед. Все, на выход бегу. Ты вышел? Да. Все, отлично.
шакала убил. Так, сейчас быстро разоружусь, перекурю. 11300 я получил. Ну, я трешку. Типа 44 уровня в голову убил. Потом еще одного юсека. Шестерых, короче. Да, гранаты взорвал, типа. Я 4 жетона вынес. Я Сашкин собрал. Блять. Ну да, ты не упускаешь такой возможности. У меня прям по уровням рассортировано. Снизу вверх. 4, АК 107, 2 ПП 19. Так, у меня... Магазин оставлю. Перекурите, спею быстренько. Да, давай, успеешь.
А зачем тебе что-то продавать? Я готов. Угу, я тоже. Ну, поперли. Чё ты опять ухохотаешься? Не, кот веселит. Он тебя смешариков показывает? Он мне показывает повтор, как ты меня убил. А, понятно. А чё, никто клип не сделал? Нет. Надо будет потом сделать. Ну, смешки не было. А я когда? Тогда он. Вот еще тип плац. Да. Зато сколько молчания было. Не было слов. Да, одни эмоции. Юра, ты мой. Вообще, наверное, охуел на колу. Что, эти говнюки себе позволяют? Ой. Опа. Кто-то где-то тут поест. О, B11. Ну все уже. Я наверх, другой стороной. Все, боты уже здесь заходят. Я наверху уже возле. Ой, блядь, пиздец, тут все. Минус я. Там уже боты на втором этаже. Леопард меня убил. Как он, блядь, меня убил. Они прям смотрели в мою сторону. А я повернулся не со спины, ко мне спиной. Я начал в голову ему стрелять. Тоже леопард. А походу леопард умер. Кошачий, блядь. Четыре попадания. Чисто. Убрал! Не, пока играет. Давай, давай. Внимание, ранее несанкционированные действия в секторе Дуайт-1. Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок! Минус, Саша. Да. Меня убил кайман. В руку. Печально. Я с ТТ пойду. Она у меня на прошлый раз была приготовлена. Да. В связи с последними событиями. Он же заебет меня, блядь, теперь он. Кто? Ты. Почему? С какими событиями? Что меня убили. Не то, что я тебя убил.
Зютовани, ждем тебя, Ир. Слышишь, херово чувствуется, да, когда ты меня убиваешь, ты вообще виноват. Когда ты погибаешь от меня, еще тоже пытаешься себя виноватым чувствовать, что, мол, я заебу. Я не чувствую себя виноватым, виноват ты. Я не отрицаю, но там была... Потому что нахуй... Слышь, там не разбериха был. Один мертвый был, другой нет, блядь. Я сказал, я убил его. Вообще-то я стрелял со входа, блядь, и сразу по двоим, блядь. Я не знал, кто где, блядь. Я убил его, когда ты стрелял уже. Я смотрел, блядь, стрим. Ты вышел, блядь, и начал палить просто потому, кто там остался. И остался я. И ты убил меня благополучно, блядь. Ты стрельнул уже позже. Да не пизди, блядь. Не пизди. Стрим смотри. Но я все равно умер в проходе, поэтому. Мы, ебать, так еще смешно с ним танцевали. У нас одновременно закончились, блядь, у обоих патроны. Во-во-во, а я по двоим лупить начал, блядь. Да не было тебя тогда еще. Не ори на меня, блядь. Пытаешься жопу свою, блядь, выкрутить. Да нихуя посрать, не получится, блядь, посрать, ты виноватый, блядь. Посрать, блядь. Ты сколько раз меня убивал, говно, блядь. Ага, блядь, вот так вот, да, значит. А ты сколько раз меня убивал? Че, ты первый раз меня убиваешь? Нет, конечно. Ну вот и все. Ну с тебя все началось, поэтому. Да иди в жопу, блядь, с тебя все началось. Юра, вернись. Где ты, блядь, там? А то мы сейчас подеремся. Дико подеремся. Юра. Давай быстрее. Продает там что-то, да? Торгуешь, блядь, чем-то? Да магазины на Макаров покупаю. Ну покупай. 350 косарей я все продал. Хоть что-то кто-то сегодня заработал. Готов. Готов компот. Ну, потопали. Давай, давай. Давай, давай. Тупай отсюда, да. Это, у кого есть желание на развязку сходить? Ни у кого, да? Вообще на, вообще. Мне вообще на таможне как бы надо и воду, трех диких воин. А, то есть по квестам пройтись. Просто да, у меня да. Сейчас из-за нехватки репутации барахольщик второго уровня. У меня тоже. У меня 0.26, а надо 0.30, блядь. Я знаю. У тебя тоже 30 сам. Человек, или ты там кого-то убивал? Да, 30. Нет, меня убил 12 человек, там уже убил. А-а-а. Я одним рейдом убил 12 человек там. Поэтому, в принципе, можно за 3 рейда выполнить. Если по-хорошему. Если никого не встретить здесь. ЧВК-то. Да нет, там тоже людей нормально. А за роде? Нет, нет, развязка. Развязка это как мега наша. Да, то есть там... Как в прямом смысле. Это вообще типа с Меги и Слизана. Там есть Икея, Ашан, Икея, только там Гошан. Это там это Идея и Гошан. А магазин Оби, который Оли, да? Да, да. У меня, кстати, ключ есть. Ну, вот, пойдем, от его касс. Он ну, ключ да. Стоит 400 тысяч. Слышь, ну стройматериалы, понятное дело, что там недешево. Ну, короче, надо будет, да, я согласен, надо будет туда полазить там и... Юра, не спей. Ну, как марафон. Тут пиздец тепло. Пусти, блядь! Да, дохуя полезного. Юра, можешь забирать? Так. Я не знаю, где твой фен. Юр, тебе поюзанный дать? Я так кидаю. Да, чтобы оно пропало. Опа, магия. Юра, побежали. Магия вне Хогвартса запрещена.
влево побежали. А вон влево. А ты не хочешь в ту лабораторию прыгнуть опять? Да. А? Нет, не хочу. Но у меня ключ есть, может... я дверь открою. Я пойду в другое место. Куда кто побежал? Направо? Мы вниз побежали. В белой будке. Юра, ты до нас добежал? Да мы в будке в белой, Юр. Можно я пройду? Нет, блядь, прям перед носом дверь закрыта. Глушитель использован 76251, натовский. Нормально, глушок. Я вошел в этот. Открывать. На B11 мы пошли. Опа. Где, откуда? Живые все? Опа. Я не особо. Чуть-чуть. И я вот там в конторе стоит. Ты где, Сань? Я лежу на этих. Блядь. На воротах правых. Меня тайпан. Он трассерами херачит. Я видел, как Юру убили. На моих глазах. Он мне отбил руку. О, я увидел, как ты типа завалил. Алик, они меня сейчас убьют. Не обходят. Бля, я гомики где-то здесь. Блять, пизда мне. Я у выхода, смотри. Почти. Ага. Одних из ворот. А ты бегаешь? Нет, нет, я стою за красным контейнером. Ебать, грудь мне дали. Пиздец. Наспали мне. Блядь. Так, я так понимаю, ты умер. Да. Сразу по всем конечностям кровотечения. Я умер. Меня тайпан убил. Что-то везет тебя на тайпана именно? То кайман был. Теперь тайпан. Нет, в прошлый раз тоже тайпан тебя убил, по-моему, нет? Простите. Ну чё, глушак 45 рублей стоил. Да, там, знаешь где, вот как ты проходишь, и там вот контейнеры, он в углу лежит, получается, вон слева у погрузчика. Да мне жетон твой интересовал. Ну ты жопошник, блядь, отставь мои жетоны, блядь. Опа, 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 пиздец, вообще сквозь ящики ты же ебану, ну хоть жетон спи. Оно того стоило, да? Нет, конечно, но лис меня убил. Да он вышел, у меня выбора не было, я бы там умер в любом случае. Так, я взял два кексагона. Так, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну еще разок для юбилея.
Так, один стоит 26 тысяч. Тогда погоди, ничего не делай, я эту музычку включу, как 10-й избыток. Угу. Шучу, не включу. Почему? Потому. Юра. Ури, ты что, ешь опять? Почему? Ури. Почему Ури? Ури! Ури, ты где? Иду, иду. Мама, сейчас. Я еще не готов. Да, с работы звонили. Скажи им нет. Просто скажи нет, Юр. Да нет, да, там напарник. Скажи, напарник, нет. Сам справиться не может. Узнавал, где запчасти. Если еще раз позвонить, скажи нет. Без вопросов, просто. Такой, Юра, привет, такой, нет. Сейчас, погоди, погоди, я... С глоком. Ну, блядь. Эстет ебаный. С глоком, блядь, идет. Ну, что это дал мне? Злой кот. Давай злого кота пригласим. А потом вольнем его. Так. Нет, мы не будем так поступать. Пока что. Адский поступок. Это Тарков. Ну, мы в Сталкере тоже так делали, что в группу берем, бежим, бежим в отряд. Потом хуяк вальнули. Ни кармы, ничего не набрасывается, потому что... Бля, что за хуйня? Не работает. Понял, какие они прошаренные? Они в группу людей приглашают и валят. Так, сейчас, подождите меня, я быстро. Нет, пойдем. Что-то, бля, барахолка тупит. Да, у меня тоже, у меня скупщик, тупили, пока я рейд не пробежал. Я продаю. Ну, вот, вот сейчас ступняк какой-то. Камушек. Не, ну, три хуйня какая-то. Сервак тупит. Ну, да, похоже, блядь, на это. Ну, блядь, как быть, нахуй? С такими тупниками-то. Просто забей. Да, я хотел купить этот. Ладно, блядь, не покупается. Макара возьму сейчас. Так, три магазина. Макаров, Макаров. Угу. Угу. Да давайте потащим немного. Что, будем тащить, нет? Ну ладно, уговорили. Только не чуть-чуть. На пол шишечки. Так кто засмеялся? Настя. Знаешь почему?
Олег, открой ВК срочно. Группу салона. И теперь посмотри, почему поржать надо. Так. Блять. Сука, это точно про нашего, блять. Нет, про вашего там может быть другое. Что он тебя ночью трахает. И все. Да я почувствовал. Он делает это нежно, поэтому ты не почувствуешь. Он ласковый, да? Он ласковый и нежный зверь. Котик. Куда вы пошли, блядь? Надо отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри на него, а? Сказал, куда вы пошли, сам побежал. Ну я налево пошел, как обычно, туда. О, блядь, уже кто-то открыл ворота. Так. Я на длине, грубо говоря. Я уже возле ворот, хочу обойти. Кто-то сидит в будке, скорее всего, раз открыл ее. И хочу обойти со стороны стекол, пострелять. Возле, может, холодильника кто-то. Холодильник? Возле был холодильника. Или это ты, Юру? Убил его? Я. Ты убил Юру? Да. Вот он. Что ж ты делаешь, блядь, душегуб? Олег, помогай, блядь! Да ты пробежал, блядь? Да. А, это ты в будке? Тут да, я забегаю в будку. Пиздец, как тебе теперь верить? Ты Юру вальнул только что. Могу и тебя вальнуть. Ну то лучше вот на дверь. Ты зря. Надо пожрать. Я наживу сюда. Ты забрал у Юра? И жетон, и гон. Блять. Юра, прости. Чё, теперь и ты? Олег, что у тебя? Макаров. Блять, как он громко стреляет. Макаров. Макаров. Все, ждем. Крадется, блядь. Мне нравится, когда двери открыты, они прям забегают, блядь. Летают. Нихуя не чисто, иди сюда. Ой, нет, уйди. Оп. Ты иди нахуй. Турист, блядь. Сам турист. О, идут. Подожди. Или это под нами? Давай. Вот, а вот сейчас, скорее всего, зайдут. Давай, по одному, блядь. Сейчас порву тебя нахуй! Всё, заходит. Давай. Минус. Ого. Чего он меня убил? Ни хрена себе. Ааа, блядь! Вот это косой... О, убил его всё-таки. Животика нет. Блять! Закрывай дверь. А с чего тот типуля был, интересно? Который первый, забежал к нам снова.
на дверях умера, который первый забежал. Ого, да что за хуйня взорвалась так? Так, учишь, у него дробовик там, типа. Нету двоих, сучка, да? Да. Пиздец, блин. Забирай бета. И магазины перекинь с того разгрузки себе, если у обоих их сучка. То подхилься, наверное, все-таки. Чего? Мой магазин макаров забрал? Грязный пидерас. Я твою еще ничего не трогал. Да я не про тебя. Пипец, меня сейчас вольнут. Почему? Забирай все, что можешь, уходи. Сейчас я попробую отхилиться. Ну, кстати, против того типа последнего я думал, я не выживу. Он в каске, блядь, был. Кстати, каску я ему в лицо попал. Алика жетончик. Откройте наши жетоны. Мародер там занимал. Засраец. Вот такие вот вы. Что вы? Это ты. А почему это я? Почему это мы? А чё сразу я-то, блядь? Так и мы ни при чём. Зубик в голову ТТ, орёл в голову ТТ, кайман в голову ТТ. Бытовуха. Я вышел. Прям головастик. Юра, это ты головастик. Кончай убивать братьев. Братьев. Так. Хватит на сегодня крови. А? Вышли, да? Саша вышел. Меня швальнули. Он же.
Саша? Да. Опять. И тебя и меня, вот сволочь, мстительно. Юра, надо следить за стримами просто. Зачем и зачем? За стримами. Охуенно. Не смотрю. Да у вас там по два монитора. Да я пошутил этот. Я умер своей смертью. Ну, в смысле, не он меня убил. Ну, хотя мне понравилось, что ты мне поверил. От нас всех троих можно ожидать все, что угодно. Ну, осталось только от тебя, чтобы ты нас двоих вальнул. Уже ж было в кого-то стрелял, по-моему, уж в тебя же и стрелял. Или Вальдер. Да нет, Вальдер, у меня. Нет, меня ты гасил тоже. Короче, ты походу... Я гасил, но я убивал. Без разбора там хуяришь. Да я хуярю во все, что шевелится. Олег, мы тебя ждем. Погоди, а что, ты снаряжаешься? Ну, я чуть-чуть, да, постреляюсь. Я готов. Давай, сейчас. Тогда я тоже накину. Я тогда. Ну, блядь, давайте тогда уже. Ну, я вынесенное добро, у меня 105-ка есть. Ну, я тоже с вынесенного. Слышь, я 105-ку с 60-ками. Вот у меня 60-ка тоже там. Или, ну, ладно. А чё у меня? Вынуть патроны. О, БТшки. Нормально. Да, ой, у меня тоже БТшки есть. Я потому что слишком много их вынимаю, и поэтому я их решил тоже. Теперь у меня появился Юран жетон. Понимаешь, что мы коллекционируют уже давно. Так, ША-1-2М. Я тоже 105-й возьму. Или нет, чуть, наверное, возьму. Интересно, гарнитура, блядь, под него залезет? Какой? Под какой? За ША? Нет, под него нет. А я тоже с ним иду, кстати. Оно меня забрало вместе. А забрало дорогое? Не знаю, я снял его. Не могу сказать. Броня забрала. Ш-1-2. Готов. А как она там называлась? Ша тире. Сейчас, 1, сейчас скажу. 2. Так, бронезабра ЗША тире 1-2М. Вот все. 19 рублей. У скупщика есть покоцанная. Целое возьмем. Так, включить. Ой, вообще в идеале у этого шлема, по-моему, типа должен быть своя гарнитура. Либо она как рация идет, скорее всего, я не знаю. Орей. Или ты спать пошел? Не, это ты сейчас пробежишь. Че еще раз? Сейчас этот рейд пройдем и спать. Юр, мы не на автобусе. Рейд, я говорю. Почему всем рейс слышится, блядь? Не знаю. Потому что первый раз ты. Потому что первый раз он сказал рейс. Первый раз, да, потом. А что ты себе собрал? Я? Да. Сучку. А от нее что осталось, сучка? От сучки? От сучки? Рама только. А, газовая это, да, походу? Нет, газовая тоже не ее. Ну, верхняя деревяшка только. Да. Ну, верхняя и все. Понятно. Я вот эту длинную взял, которая покрывает всю. А, я понял.
Да, ну, это самый охуенный кастом для Акс. Ну, на нее вешается это. Ну, а у меня 105-й, который ботовский. С 60-ками, с БТ-патронами. Если что, Юр, забирай. Ну, я чувствую, придется сейчас напихивать. Если вы не знали, как выглядят настоящие акулы бизнеса в этот IKEA бизнес, нет. И там вот эти IKEA акулы сидят за стульями. Слышишь? Вот что у тебя вот за человек тебе написал? Твой стрим смотрит только твоя мама и кот? У тебя нет огромных сисек, чтобы привлечь подписчиков? Я видел, что да. Почему у тебя смотрит мама и кот, и тебе нету сисек? Меня просто кот смотрит. Без мамы. Просто говорю, кот смотрит без мамы. Блять, у меня дырков заврали. У меня нет. Ну давайте, обрадуйте, теплак, да? Нет. Хочешь сказать? Ой, я, кстати, рюкзак не взял, ёперный. А, тут теперь две? Нет. Интересно, насколько правда, куда я попаду, а ну-ка. Я буду целиться в верхнюю по лазеру. О, ну в принципе... А ну смотри на стрим, куда я попал и куда ты? Куда у тебя и куда у меня, в смысле? Смотри, я попал в верхнюю часть, в нижнюю у себя, а у тебя, смотрю, верхняя. Вот я тебе про это говорю. Чё, Саша сказал? Ой, Юра, видеокарту нашел? Хера себе, видеокарта нормально денег стоит. Ну себе поставь. Пойдем, Юра. А ты чё, открыли? Не Б11, нет? Так, дверь внизу выбила. Всё, я открываю. Юра! Заходит, заходит. ФМДшные патроны здесь. И тушенка. Бегу. Так, все. Я шучу, там. Жена спит. Идут, заходит. Кто-то бежит. А чё с ним? И вот тошнит. Идет. Пусть идет. Видимо, ничего не смутило. Тут ПС. Да, мы видим, что еще и броник походу ушел. Не, броник я... Это мой был. А у тебя броник? У тебя какой броник? У меня генка мобильная. А, нифига себе, нет. Я свой трупер забрал. Угу. У тебя тоже генка была штурмовая.
Не, у меня мобильная, у меня без рук, которая. Юра делает. Я не знаю. Ой-ой-ой. Дали вы, дали! Надеть, блядь. Юра. Сейчас да затылок нет, болеть будет. Идет, 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 идет. Стрибай, бегу. Через дверь. Отойдите. Слышь, а я ему попал по роже. Когда он через дверь, когда он просунулся, я ему в лицо выстрелил. Так я же тоже туда стрелял. Аж кровь появилась на двери. Да, 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 да. Понятно. А чё он не умер? Это Тарков. И тут. Рендос, ебаный! Угу. Заходи. Тебе-то. Тебе-то уже. Юра, а на что у тебя глушак, Юр? Не, не на что. Нет, ну ты сказал, глушак подобрал. А, на МП-5 у него. МП есть. А, понятно. Так, ладно. Ой, тот умер, слышь, он слева умер. За дверью. Сзади там кто-то шагает. Лежит, лежит. Там, короче, справа по диагонали или ходят. Права. И тут, и тут, и тут, и тут. Юра, блин. Уйди, уйди. Вот хуй. Минус. Еще один тут убежал, блядь. Ой, блядь. Ебать, через стену. Ты, может, не будешь меня закрывать, блин, а? Ждите. Ждем. Ебанулся. Пускай заходит. Ой, ебать, патроны кончились. Это не надо, блядь. Убрали мы его все-таки начали. Там рюкзак будет только. Ждите, ждите, следующих. Блять, вся дверь зарешоченная, блядь. Олег, я видел, тебе 3 или 4 раза в забрало попали. Это нормально? Нет. Голова болит? Нет. Я ранен. Чуть-чуть. Не. Заходит. Били Кенку. Пусть откроет. Мало вам говна, которое вы говорили! Давай я закрою. Не, у него МБС. Поступом все похерячим снизу, по-моему. Может туда в окошко гранату кинуть? Не надо, все, не нет, надо, не уже надо. Мертв. Гранату кидать не надо. Иначе мы все. Еще одного. Не надо, не надо. Еще одного убил там же снизу. Ага, дайте, да, или да, да. Я хилюсь. Хилюсь, хилюсь. Бля, в один голос. Проверьте патроны. У меня почти полон. Я держу. Скорее всего, был ЧВК и забрал шмат. Потому что подбежали, я не слышал, что ли.
Хотя не, блядь. Ждем, ждем. Ждем дальше. Дура! Дверь. Мразота! Убежал. Я закрываю. Давай, давай, выходи. Блять. Блять. Сломал руку. Что мне нужно? А, нет, у меня гризли. Сейчас я магазин заберу тебя. О, у него глушак, блять. Сейчас я глушак скручу. А какие у него? Сейчас, секунду. Поменяю глушак. Все, поставил глушак себе. Шманает, поэтому нормально. Не, мы слышим, если кто-то шманать будет. Кто-то идет. Мне показалось, или кто-то лег? Бежим, бежим. Я не думаю, что кто-то лег. Личная лестница. Ждем. Идет цехой. А как, блядь, так? Так вот. Собираем. 50 уровня, блядь. С чего он был? АКМС. С собой мы на 40. Нихуя нет тут никого! 50 уровня чертила. Ты Юру обир... О, блядь. А что делать? Ну обирай тогда быстрее. А там кто-то ж пиздит сейчас. Сядь, отбирай, я пока это. Проверено. Как? Хуй его знает, блять, как он меня убил. Одним патроном. Одним? Ну тогда у меня был одним. Причем у меня забрало было. Кетка четвертая. Я не знаю, как он меня, блядь, убил. У меня магазины полные есть, если хочешь, забери. На Ксюшке 60. Или в карманах уже, не знаю. Да там Юра, наверное, все обобрал. Ладно, все. Я могу скинуть, если нужно. Ты кинь в рюкзак там у Алика или что? Это... 60-ку, ты понял, что это? Угу, магазин. Этого магазина нет. В разгрузке у него. Угу. Чё, Юр? Сейчас. Олег, а ты чё, всё? Я в этот поиграю. Хочешь? Сейчас я, Юр, я закину эту 60-ку, дверь не открывай пока.
что, Юр, готов? Да. Нам просто вниз идти. Я знаю. Влево и бегом до выхода. Того что мало это не будет. Сейчас. Я еще 60 нашел. Ты топаешь. Я сзади. Все, пойдем вниз. Ходишь, да? Да, да. Да, я спать уже завтра, что работаю. А, ну, папе я тоже не буду. Вышел? Да, вышел. Тоже двоих только. Ну, 13 уже. Ой, блядь. Кто на связи? Я. Да ничего, я продал все говно, что в принципе у меня лежало вверху схрона. И немного ужаснулся. 100 000 короче. Молодец. Молодец. Самый шикарный жетон это когда Алик был на 24 уровне.
Так, ты в Overwatch, да, Олег? А? Да. Сейчас я к тебе только подсоединяюсь. Так, на этом подарковый пока заканчиваем.